зовут Алферова Арина Михайловна. Я начальник финансового отдела Минздрава Новопетровской области. Ты офигенно красивый. В результате спецоперации была раскрыта коррупционная цепочка. Трудно найти слова, чтобы выразить признательность за ваш самоотверженный труд, частью которой была и я. Алферова состоит в любовной связи с Соболевым. Подписывает все бумаги, но денег не берет. Только подарками. У нее сумка стоит, как 5 моих зарплат. Почему от ваших особых отношений страдает мой бизнес? Она просто несчастная баба. Ну, давай, пожалей ее еще. Да, мам. Арина, мне дышать плохо. А что она принимала? Есть подозрение, что это был фальсификат. Быть такого не может. Все они производства завода Цалова. Это подделки. Это же я подписывала документы о закупке маминых лекарств. Там стоит моя подпись. Тебе сколько Цалов платит за то, чтобы меня трахал и подписывал все? А решать тут вам прощение или месть? Месть. На что ты способна?